Дисклеймер. Привет, Эдрит. Сегодня мы с тобой продолжим проходить второй Half-Life. Так, куда нам идти надо? Так, я что-то не уверен. Понятно? Я не хотел сюда. Ага, я думал, нам надо будет в окно идти. Я помню, что это, что я что-то говорил, типа, только долбой куда-то пойдет. Или туда, или сюда. И, видимо, туда. Подожди, подожди. На, пока вот так. А теперь лови. А чего вас так много? Так, а можно еще что-нибудь другое, да? У них хлебальники теперь белые. Заскамили. А, хераси. Ты понял, в чем прикол? Это вот этот вот из... Куда ты пошел? Это этот с головы упал и меня напугал. Подожди, у меня тут три диска. А здесь? И здесь один. А как я не нашел ни одного тогда? А чего вас так много, слышишь? Нет, не нравится. Теперь быстро назад, назад. О, спасибо. Давай назад, 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 назад. Хер там. А, у меня же тут есть диски, точно, я про них блять, я забываю. Есть? Да, они вроде не состоят. Давай-ка. Да ты закалипер, слышишь, сколько вас тут? Почему их реально так много? Подожди, я тут был уже. О, загрузка. Я тут был, помнишь этот баллон на втором этаже над лестницей? Это я точно видел. А почему там разбилось стекло? Такого хера? Надо ж проверить, правильно? Ну нет, там уже начнется загрузка другой комнаты, я не пойду туда. Скорее всего, там что-то было. Ку-ку, я не допрыгиваю. А давай-ка сначала посмотрим, что здесь. А я не уверен, куда мне надо идти, на второй? Ну я вижу там, видишь, на втором этаже уже какая-то херня. А дай металлический диск, пиздец. Давай-ка сначала в подвале проверим, что тут. Да-да, напугал. На первом этаже уже выход, значит, скорее всего, мне туда и надо идти, поэтому сначала про... сначала проверим третий этаж. Или это чердак? Нет, это прям этаж. Блять. Вот знал, что они на меня напрыгнут, но вот не видел их, не успел увидеть. Так, а тут нет ни аптечки, ничего. Так, я не понял, мне куда надо, в подвал идти или... Подожди, на первом этаже выйти или где-то здесь? И ни одной коробки, в которой бы лежало хоть что-нибудь. А, видимо, здесь. Тогда я сначала внизу пройдусь, А надо ли мне это внизу? Я думаю, нет, не надо. Если здесь надо посижать, значит, сюда идем. Я ж тебе в голову попал. Кирилл, ты такой живучий. Ну, один патрон, и что мне с этим делать? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, сохранюсь на всякий случай. Ну, сука, нет-нет-нет-нет-нет. Оп. Валим-валим-валим. Ну, вот здесь, в принципе. Блять, тут труба. Они тут тоже могут залезть. Сука. Ой, я не ожидал, что он прям прыгнет на меня. Ты видел? Я думал, он про... Вообще. Что это такое? О, нет, я слышу, лезет. А нет, не лезет. Но где-то лез. Ну, я вижу, вот дверь, скорее всего. Тут надо будет подняться на этот этаж. Сядем сюда и поедем прямо в церковь. Все, это уже будет конец. Отлично. А вот такого я не ожидал явно. Как это так? Почему эта дверь закрыта? Подожди, а тут это куда мы выходили, та дверь первая? Или нет? Сука. Нет, уполз. Нет, не хер ты уполз. Краб-паук, во. Краб-паук, паука-краб. Я не помню, как это называлось, хрень. Кстати, почему тут не пишут название монстриков? Это же прикольно, типа, вы их создавали, почему не можете написать, как их зовут? Вот, ага. Угадал ты, да-да-да. А почему? Он еще сквозь лестницу упал. Я ненавижу, когда они вот эти вот прыгают. Прям мерзкий чу. О, я уже испугался, что опять нет. Так, в чем подвох? Так, я, конечно, понимаю, что я патроны нашел для револьвера. А нахер ты его прям взял в руки? Че ты падаешь еще? Не, кстати, а реально, какой дебилу так лестницу строить? Ну, смотри, ты, ну, представь, пьяный. Или ночью поднимаешься, вот так подскользнулся, на, себе голову об стену сломал. Хера себе. Дебил какой-то. Оба-на. Оба-на. Дай, собрал. Ох, как сколько тут ништячков. Вообще, зашибись. И дробовик. А, вот и ты. Наконец-то. Я сейчас подниму к тебе люльку. Подожди немного. Терпение, брат мой. Ой-ой. Держись, брат. Слушай, ты хоть что-то делай.
Он такой, тут много монстров, я тебя буду брать, называть брат. Ты не против, брат, если тебя, братишка, буду называть братом? Пока монстры бегут тебя убивать, брат. Брат, брат, брат. Ну, пиздец, я уже их вижу везде. А ты чё, тут прям ползёшь? Нет, не дополз. Ой, и тут ползёшь. Подожди, подожди. Тоже не дополз. Но он пытался, чё я поделаю? Не всем везет. Так, ну это справа. А чё там? Там не надо. Там я не смогу так пафосно отбиваться. Пиздец, я слышу, там уже ползут. А где? Ну я слышал, там по решетке какой-то, но прикол в том, что у меня тут нет решет. А, вот сзади меня есть решет. А где вот здесь? Слушай, ты там вообще не уснул случайно? Мне кажется, звук это этой лодки идет, но лодка не идет. Кошмар. Да давай. Да, походу, лодка застряла. Ты дебил, что ли? Да, звук есть, а самой лодки нет. А, не, вот она пошла. Еще немного, брат. А с чем ты сначала звук запускаешь, а потом саму эту коробочку? Так, успеет, успеет. Да. Так, ну ладно, быстренько сейчас забежим. Да-да, давай. Аккуратно. Давай, оп. Брат, залезай в люльку. Люлька, ручник, точно. Брат. Сними его и спускайся. Спасибо, брат. Я уже догадался, брат. Что надо, брат? Нажать, брат. Ручник, брат. Как мы долго едем. Ну, хотя бы мы добрались до церкви, правильно? Правильно. Ладно, неважно. Так, я могу тут слезть уже, да, отлично. Приветствую тебя, брат. Здравствуйте. Что мы встретились. Можете я на заставку взять? За то, что смог избежать моих ловушек. Они сделаны человеком, у которого когда-то было много времени. А теперь нет его ни на что, кроме спасения. Я вижу, ты не желаешь оставаться в Ревенхолме. Давай я провожу тебя к шахтам. И да, а что для меня? Пастух должен быть со своим стадом. Особенно, когда стадо стало непослушным. Хорошо. Следуй так, да. За мной, брат. И ступай легче, ибо это священная земля. Вау, как скажешь, брат. Побежали. Ух ты, нихера себе, ты побежал прям. Я думал, он просто условно сказал побежали, как они все делают вот эти вот NPC. Он прям реально рванул. Ну, я тут. Чё ты тормозишь? Так, не самое, знаешь, найдёшь. Ой, ты еще вот так вот сползаешь, серьезно? Тебе сколько лет? Давай быстрее. А я быстрее тебя понял. Бля. Ну там видишь херня, отстреливайся. Даже две, даже три, даже четыре я вижу. Мне кажется, ты не всех успеешь. А вот эти вот прыгающие твари, их вообще... Вот эти прыгающие твари, их вообще не смущает, как бы, что я им в голову попадаю с тобой, как бы. Ну добей, короче, ты, блядь. На тебя надеяться, это пиздец, конечно. Добей их. У меня патроны заканчиваются, ага. Все, спасибо. Капец, у меня минус хп сделали. Зашибись. Ты вообще херовый стрелок. Ты в курсе? Ты не попадаешь почти никогда. Да, давай слезь. Да хер ли ты когда слезаешь, меня жопой своей толкаешь. А нам правда тут надо... Тут прям останавливаться надо, прям, серьезно? Капец, ну он вообще молодец. Он бежит и прям останавливается. Сейчас возьму еще одну. Ух ты, четко попал, но не особо. Так, отлично, давай. Ну это тоже несложно было, слушай. А куда? А, вот где эти диски. Слушай, ну ты слышишь, что тут их полно. Че ты так медленно идешь? Покойся, дитя мое. Да. А, извините, а какой гений... А куда улетел диск? А какой гений вообще делал на кладбище заборы вот таким вот зигзагом вообще? Схерали вообще, извините. Ну, когда ты строишь кладбище, ты делаешь с таким, ну, как его, намерением, что, ну, может быть, случится зомби-апокалипсис, как бы убегать придется от них. Почему ты наперед не думаешь? Осторожно, брат. Да я и так осторожно, чё ты ноешь? На, видал я, как кирпичом им ебалик я размазываю просто. Так, давай-ка, оп, диск еще. А как так в одного только попал? Так, давай-ка вот так вот сделай. Пиздец, а кто? А ты тварь мелкая.
Так, 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 дальше, дальше, дальше. Вижу диск еще один. Ох ты, а вот это было неожиданно. Дебил конченый. Дегенерат, короче. Ты видел, это целенаправленно было. Он хотел меня убить. О, аптечка. Он прям нормально, он прям взял и стрелял в меня, когда я там был. Дебил, блядь. На. На. Да еще одну бочку в кого-то. Обрети же истину. Да подождите. К свету, что я не слышу. А нам прям надо серьезно вот это вот стоять и их всех отстреливать? Но это ты у них пастырь, а я при чем тут? Так, а где там еще один диск есть? Помню, откуда они главное появляются? Я что-то не нахожу. Точку спауна. Следуй за мной. Так, следуй за мной, подожди. Да подожди. А ты прям через огонь бежишь, серьезно? Ты прям настолько смелый или бестолковый. Быстрее, быстрее, быстрее. Блять. Твари успели попасть. Так, ладно, все, хватит играться. Слушай, а он где? А, ебать, ты хитрый, ты уже убежал. Все, давай. Ну, ты открываешь там секретный проход, или что ты там стоишь? Я, он тупо стал и стоит, а? Дай-ка камень обратно. На, падла. А ты где? А где он? Да ну нахер, а ты... Блядь, ты уже опять убежал, или ты крыса вообще, я в шоке. Поторопись, пока я держу ворота! Давай, давай, я иду, иду. Подожди, а куда ты держишь ворота? Иди быстрее. А куда идти? Иди, брат. Да пиздец. А где ты держишь их? Вперед. А, может вот сюда, во. Во. А тебя сейчас убью, да? Ну да, тебе пиздец, конечно. Может ему помочь? Ну, судя по тому, как он двигался, он-то не особо-то... Прикинь, правая кнопка мыши на дровике, это тоже выстрел. Считается, охереть просто. Ты сейчас наступишь на него, да? Ну, у тебя в целом похер, да? Ты бессмертный. Ладно, прощай, тогда повыше. Прощай. Боюсь, что отправляю тебя в темное место. Да освети твой путь, светлейший свет. А, тебя пиздят, ты в курсе? Спаси же свою душу. То есть его убивают, он такой стоит. Я лучше крутую речь толкну. И умру по-геройски. Ох, ну ты попробуй, ну не знаю, ну хотя бы немножечко, ну иногда бежать. Нет, тебе не приходило это в голову как бы? Вот ты прям стоишь, да? Ты прям крутой. Ладно, побежали дальше, есть что, нет, ничего нет. О, аптечка, здорово. Ну, у меня нет просто слов, он стоит такой, я круче всех, я смогу выдержать все. Все, надеюсь, больше не будет. Что-то Half-Life какой-то шутер превращается. Кстати, тут намного страшнее, чем Fear. Казалось бы, да? Так, я не понял. Ну, прыгать это хуевая идея, мне кажется. Давай посмотрим, лучше осмотримся, потому что, ну, прыгнуть может любой, а вот мозги включить не любой. Давай-ка вот так попробуем. Что будет? Ничего, она даже не взорвала. А, я, кажется, догадался, как надо сделать. Вот так. Потом. Надо будет как-то вот так вот. Так. Вот, видишь, мозги я... Блядь, пиздец, конечно. Мозги я включил, потому что я бы вот так просто взял и прыгнул нахер вниз. Так, хорошо. Теперь надо... Ну, туда я не проберусь. Значит, надо аккуратно вот так... Так, 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 аккуратно. Оп, чуть не упала. Зачем столько аптечек? Они прям вообще в меня не верят, что ли? Не, ну, туда спуск... Блядь, он нашел проход, да? Как... А, не нашел, он тупой. Просто безмозглый идиот. Так, давай-ка вот так вот. Оба-на. Так, что у нас тут? О, вот, наконец-то. Вот в таких ящиках, видишь, сколько ништяков нашли. Да, ну что-то я не уверен, что мне стоит случайно туда падать. Так, а куда тут спускаться прям? Ну нет, херовая идея. Ну а у меня другой и нет. Ну, скорее всего, надо будет быстренько добежать сюда вот, и вон туда запрыгнуть, да? Ну, судя по всему, да, потому что других вариантов у меня нет. Ну тогда погнали. Быстро, 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 быстро. Оп, оп, ой, давай, 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 быстрей, 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 оп. И хобана. Фу,
Ну все, успели. Но я не хочу вниз даже за аптечкой спрыгивать. Я ж намного больше хп потрачу, чем соберу, правильно? Это такой, знаешь, байт на дурачка. Давай, давай, аккуратно. Аккуратно, и патроны мне тоже надо, кстати, экономить, потому что у меня их и так мало. Что тут, сколько пауков, тут прям не пожалели их. Давай, аккуратно. Давай, оп. Опа, а вот это неожиданно было. Так. А теперь надо подумать, собственно. Для начала давай-ка возьмем пистолет обычный. Обычный, все. Теперь давай возьмем обратно вот этот вот. Ладно, там я не пройду. А как мне? Там, кажется, я догадываюсь, но это очень херовая идея. Мне это не нравится. Ну, давай попробуем. Ладно. Блять. Ай. Нет, ну я так и знал. Загрузить игру. Быстрое сохранение, да. Так и знал, что это так и закончится. Мне надо вот так вот. А, вот оно в чем прикол. Ну что, я так и думал. Смотри, когда я прыгал, я думаю, ну, вряд ли я промазал, согласись. Это надо быть прям вообще дебилом. Ну, я думаю, я не могу быть таким. А оказывается, могу. Опа. ХП, ХП, быстрей, быстрей, быстрей. Успел выплыть. Что за булька? Откуда булька, булька? А что за пещеры начались? Теперь локация пещер будет. Что, он не мог мне какую-то, ну, нормальную дать? О! Ой. Фу. Я думал, он в мою сторону сейчас поедет. Ты не хочешь вернуться там как бы, не? О, едет. Все, едет оттуда. Все, нормально, слушай, так можно пройти. Вот давайте, давайте, давайте быстрее, чтобы вас порубило. Давай. Шук-шук-шук-шук. Отличная, слушай, отличная штука. Теперь давай назад. Вот, вот так вот я не против проходить. Слушай, патрон не тратишь. Просто надо чуть-чуть мозгов включить и все. Подожди, а вот так что-то не то. О, кого-то порубил, значит, кто-то вылез там, да? Да, но, видимо, не до конца. Назад давай, быстрее, быстрее. Е, ты видишь, он идет. Молодец. Оп. А, подожди. Так я хер пройду. Ну-ка назад. Фу, успеть бы. Быстрее, быстрее, быстрее. А куда мне идти? А, вот сюда. Не, ну идите в жопу, я не буду на вас патроны тратить. Правильно, лучше чуть-чуть мозгами попользоваться и не тратить себе патроны, потому что мы не знаем, что там дальше будет. Ну а вы там идите, идите, вы же не можете в другую локацию идти. Долбоёбы. О, ну слушай, это слишком... Так, намек понятен. А, нихера себе, вот тут неожиданно было. Мне не нравится. Почему такая волнующая музыка началась? И очень громкая. Я даже не слышу, как я говорю. Ну, пиздец, это я думал уже появятся эти, знаешь, опять солдаты. А, видимо, нет. Сейчас надо, чтобы он вот так вот не смог на меня напрыгнуть. Все, отлично, побежали. Нет, я лучше бег оставлю, знаешь, мало ли что. А, может, это трагическая музыка. Типа, посмотри, что с людьми случилось. А кто это стреляет там? Что за снайпер? Ах ты пиздец! Ух, ебать! Нихера себе! Бля! Открывается дверь? Не, нихера не открывается, быстрее! Оп! Блять, какая бледина все-таки он. Я в ахере. Сука. А там спереди еще один, что ли? А, да. Ух, нихуя, блять, попал, серьезно. Серьезно? Кровопотери ты обнаружила? Нихера ты умная. Так, надо вот так убрать. Ящик тоже убрать нахер. О, блин, я думал на забор ставить. Так, и вот этот вот убрать как. А что за звуки? Не по- слышал. Ну, какие-то подозрительные звуки были. Ай, блядь. А я застрял. Состояние критическое. А, может вот так? Да нет, хер там. А может вот так вот? Я думал, это рычаг будет, типа. А каким образом? Подожди, я в натуре, а каким образом я должен залезть? Там я типа, когда бегу с этой, я оп-оп-оп-оп-оп. И все, я застрял, и он меня сейчас убивает вторым выстрелом сразу же. А как?
Дверь-то не открываю. А, может, после того, как он вот сюда вот стрельнул, я могу вот сюда? Внимание. Да ебучая коробка, нет. Пиздец. А как тогда? Да, блядь, заебут звонить. А как тогда? Я не рассчитывал, что я прям настолько сильно-то приебаюсь. Знаешь, я ж пользуюсь мозгами, а тут мозгами не додумаешься, что ты прям, блядь, ползать будешь по улице. Тоже знал. Нет-нет-нет. Это было подло, довольно-таки. Это было даже по сучье, я бы сказал. А ползать-то я... Я вижу там одного таракашку. Он мне по-любому подгадит еще. Подожди-ка. Все, оба-на. И успел. А что это за снайперы такие, охеревшие? О, отлично. Да, вот сколько можно звонить, а? Полон. А полон чего? А, неважно. Оп-оп-оп-оп-оп. Сохранился. И все, хер ты мне что сделаешь, понял? Уебан, блядь. Охереть просто. Я думал, просто будет легенькая прогулочка, нихера себе. Меня тут снайперы шмаляют. Бля. Солдаты. Пиздец. Вот этого я тоже не ожидал. А чё так сложно стало? Чёрт себе. Ой, это чё за пушка? Слушай, у меня такой нет. Вау. Подожди. Нет, тут патрон выглядит каким-то взрывным, знаешь. Я не буду его... Я не буду его использовать, потому что мне кажется, что это подствольный гранатомет, что-то такое. Я думаю, по этому типу. Так, отлично. Делаем так. О, ну, хотя патронов тут довольно-таки много, но... Импульсор. Импульсное ружье. Ну, давай попробуем один выстрел. Просто посмотреть, что будет. А, это автомат. А, ну тогда можно взять, что нет. Но не сейчас. Давай-ка вместо вот так вот выберем обратно вот это. Потому что это нам почаще пригождается, чем... Так, карта слишком огромная. Значит, я все-таки возьму импульсный автомат. Оп. Опа. Откуда? А я слышу, бежит. Ох, слушай, автомат-то мощный этот. Реально, смотри. С пару патронов сносит. Вообще шикарно. Но тут патронов в целом всего очень мало. Никого нет. Ладно, а если оно мне пригодится, я в любом случае еще возьму. А вот сюда, наверное, поставлю дробовик. Вот так вот. Так. Но опять я могу проползти. Нет. Тут много бочек. Я не хочу идти. Это в подвох. Давай-ка пробежим быстро. О, аптечка. Быстрее. Успел. Нет! Вот, чего я боялся. Я думал, вдруг мне это пригодится. Ну, как бы я так сделаю. Не, не сделал. Это по мне так сделали. Это невероятно обидно. Оп. Блин, ну патроны тратить это такое себе. Против кого они там воюют? А, против человека? Ну чё? А, это обычная бочка. Нет, не угадал. А перезарядка тут, кстати, вообще крутая на этом автомате. Обратил внимание? Чёрт. Оп. Да в пизду, я все равно в прыжке не попадаю по нему. Собираем. Ну и тогда сейчас вот так делаем. Знакомый голос. А. Гордон Фриман, у тебя получилось. Мы говорили с Алекс. Посмотрю, смогу ли я связаться снова. А ты кто вообще такой? Домой. Подожди, за тобой, я хочу тут все смотреть. Ну, давай. Ну, за тобой так иди. Нормально за мной и стоит просто. Олень, я на всякий случай сохранюсь, потому что мало ли он какую херню выкинет. Это Леон, у нас все чисто. И здесь Гордон Фриман. Доктор Фриман, вы шутите? Я была на связи с Алекс. Они схватили ее отца. Сюда, доктор Фриман. Без Илая Венца нет освобождения. Чё ты несёшь вообще? Так, у вас есть что прикольное? О, лампа. Алекс, это Леон. И со мной Гордон Фриман. О, привет, Алекс. Гордон, ты прошёл через Ревенхольм.
Да, я крутой. Там ты лежишь, ты в курсе? Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Скоро вылупятся муравьиные львы. Поэтому я и звоню, Леон. Я надеялась, что ты сохранил внедорожник, который мы оставили тем летом. Ну, тот, на который отец навесил... Да, хорошая идея. Подожди. Норика, выводи багги и припаркуй его. Поведет Гордон Фриман. Хорошо. Я установила ящик с боеприпасами сзади. Как раз вовремя? Окей, да, Алекс, молодец. Мы готовы. Спасибо, Леон. Я не ездила по берегу больше года, но у меня нет причин полагать, что там стало безопаснее. Ищи меня на станции, где разгружают поезда. Береги себя. Увидимся вновь. Слушай, во-первых, она установила на багги сзади. Окей, док, перед дорогой тебе нужно запастись аптечками, патронами, проверить карту, посмотреть, куда идти. Если поможет, в машине ящик с боеприпасами. Вот я про него и хотел сказать. В машине используй гидранты и не будешь уступать муравьиным львам. А вот муравьиным львам? Кто, блядь? Шоссе 17. А, я думал, это глава 16. Смотри, то есть... Ты вызываешь НЛО? Вообще, ёбнулся. То есть, они мне прикрепили вместо багажника патроны. То есть, одна пуля, и я взрываюсь. Вот эти вот гении ебучие. Это во-первых. Во-вторых, я так понимаю, что сейчас будет уровень, как с лодкой, с пулеметом мы плавали все время, а сейчас то же самое, только на машинке будем плавать, ну, ездить и стрелять. Я думаю, что такое, и что-то третье у меня было в голове, но я что-то забыл, о чем речь. Ну, тогда на этом все. Все ссылки в описании, напиши любой комментарий, поставь лайк, чтобы видео продвинулось, также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые игры. На этом все, скоро увидимся.